Недавно в Сталинграде открылся 9-й по счету вуз – Институт физической культуры. На первый курс приняты более 200 способных молодых спортсменов. Петр Пикалов и Николай Рыбачев – мастера спорта. В институте они, как и их товарищи, приобретут серьезные знания по общеобразовательным предметам. В совершенстве освоят специальные дисциплины. Каждый выпускник станет разносторонним спортсменом, преподавателем физкультуры или тренером.